Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Tower Conquest. Так, зайдем быстренько в магазин, посмотрим, что у нас тут бесплатного. Так, а бесплатно у нас идет бомбер. Ерунда на самом деле. Так, за арену мы получаем с тобой 15... Как его звать-то, я уже забыл. Тритона, точно, Тритона. И... слушай, ну неплохо. Епископ выпал, а мне как раз он нужен на прокачку, ребята. Так, награда высшего уровня, это у нас крипта. Ну, крипта, по-моему, у меня прокачана полностью, ребят. Поэтому, как бы, она меня не интересует. В принципе, ребята, можно было бы и вот этот отряд отправить разбираться. Но, понимаешь, тогда я не смогу их отправить на 5-звездочную прокачку. Поэтому мы, наверное, с тобой возьмем вот этот отряд. Вот этим отрядом пойдем сейчас и разбомбим. Обычно я вызываю на том отряде ползуна. Здесь такого скоростного, конечно, у меня нету бойца. Но здесь даже, наверное, вот этот вот щитобот справится спокойненько со всеми. Одного щелкнет, потом второго. И с удара, как ты понимаешь, да? Просто идет и с удара наяривает. Он даже урон не получает. А если я вызову баллисту, то это все. Ты смотри, что творит. А ну иди сюда. Да, мой без щита. Он так справится, ребят, с удара. Просто кулачком своим звезданул по замку и все. И рассыпалось тут. К ядре, не фея, не все. Так, ладно, ребята. Ну, а мы заходим на тренировку, забираем. Ага, запрос сделан. И выбрать отряд дальше. Так, ну да, у них у всех 4 звезды. Нет у нас пока 5-звездочных бойцов, поэтому они и прокачиваются. Так, ежедневное испытание. У нас тут идет тыквоголовый. Он мне тоже, ребята, не нужен, потому что он уже прокачанный, поэтому смысл идти туда. И начнем потихонечку. У нас армия зомби здесь. Давай-ка вот такой отряд возьму. Я думаю, что мы справимся. Тут у нас есть голем, у нас есть молотильщик. В принципе, больше тут никого и не надо. Ну, единственное, что да, еще можно бы фига... Ой. Ой-ой-ой. Блин, сейчас двоих накажет. Сейчас двоих, ребят, накажет. Ну, а мы наказали ему, у него вообще всех. Хе-хе-хей. Не, молотильщик красавчик, ребят. Вот его пила — это самое смертельное оружие, наверное, в игре, которое наносит очень много колоссального урона. Так же, как у тигра душа. Вот, можно сравнить с, что-то вот с этим. Но он же понимает, что ему хана, все. Или он еще не... Фига, у меня молотильщик пилу за пилой выпускает, прикинь. Просто первая пила пошла, потом вторая пила. Пилит без остановки, понимаешь. Это такой, знаешь, робот напоминает мне, который предназначен где-то, знаешь, на... как сказать ее? Как она называется, где деревья-то? Деревообрабатывающий завод на стропилах. Вот. Что-то типа из этого разряда. Кстати, здесь прыгун у нас. Поэтому надо быть аккуратным, и голема придержать нужно. Потому что 100% он начнет именно с него, да? Нет? Нет, он начал с него, ребята. Поэтому голема держим, потом молотильщика сразу же. Без ярости он выпрыгнул. Что очень меня порадовало. Смотри. Вот в этом случае мне нравится, что БФГ-ха отпрыгивает. Так, подожди, он же сейчас... Ё-моё, он уже вызвал. Ай-яй-яй-яй-яй, бедный мой. Хотя нет, смотри. Он даже ничего не сделал нам. Ну и прекрасно. Такс, 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 вот это плохо, ребят. Всех порвал, прикинь. Всех, кто был впереди, он всех уничтожил. Конвейер, я завершил квест. Ну давайте, ребята, уничтожаем ему замок. Ты посмотри, какой, а. Блин, этот прыгун не так прост. Он даже, ребята, может... потягаться вполне с големом. Спокойненько причем. Так, 512, ребята, сколько нам нужно для высшей награды, ты не помнишь?
Где у нас вообще эта фигня, чтобы за кристаллы этот... Раньше я помню... Ага, вот. Друзья мои, эпический сундук будем брать сейчас. Поехали. Лишь бы досталось то, чего у нас не было. Но, слушай, на друидку 20 карточек, это очень прекрасно, ребята. Плюс смотритель, а остальное у нас, по-моему, все прокачано. По-моему, так. Но на друидку 20 карточек, это очень даже неплохо, я тебе скажу. Так, где она у меня? Вот. Все равно еще дофига надо, ребят. Еще надо очень много. Так, ну что, мы двигаемся дальше в бой. У нас последний здесь этап, и я выберу... Дед против Жнеца. Ну, я имею в виду старый воин против Жнеца. Я тебе могу сказать одно, что если воин звезданет по Жнецу, он его оглушит. Ну, а потом он его может спокойненько раскромсать. Такое себе, да, удовольствие на самом деле. Это сейчас будет орать тут, как потерпевшая. Да я, наверное, выпущу корни. Блин, зря выпустил. Ой. Не понял. Вот сейчас я не... А почему он пробежал через корни-то? Непонятно сейчас было в данный момент, почему он через корни-то пробежал. А вот, ребята, и Жнец. Давай смотреть. Ай, дотянулся все-таки, дотянулся, да? Ой, давай, 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 дед. На. Как он ему? Получи, этот голем. Отнимает, конечно, мощно. Если бы у нас был бы хил, который я вызвал, но он пока дойдет. Мы уже, наверное, замок ему уничтожим. Опять кто-то оглушил моего деда. Все, друзья мои. Вот так вот. На изи. Ну что, забираем наши награды. Честно заработанные. Смотрим. Ничего хорошего абсолютно не выпало. И мы переходим с тобой на территорию захватчиков. Опа. Бородавочник плюс. Слушай, ну тут надо быть вот подготовленным, ребята. Да-да-да-да-да. Именно вот в этом плане надо быть подготовленным. Он сейчас меня будет одолевать. Плюс еще бородавочка сейчас будет вызывать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. БФГ, иди сюда. Ага, в корнях-то ему тяжело драться. Да он запарил уже, ну серьезно, ребят. Он мне не дает ничего сделать. Ты посмотри. Опять. Блин, нифига у нас тут битва идет. А вот здесь вот все сработало. Здесь он замедлился. Ну почему так происходит? Офигеть. Так, вызываю еще одного голема и сразу молотильщика, ребят. Вообще надо вызвать деда на самом деле. Сколько у нас? У нас 57 секунд, ребят, остается. Ты достал, а? Ну сколько можно-то? Вот как только мы накапливаем на деда, ребята, все, сразу армия перестает у него появляться. Слушай, ну тяжело было. Я
Снимаю шляпу, ребят. Здесь мы как-то с тобой вообще еле-еле с ними справились. А вот тут, наверное, мы и не справимся с этим отрядом. Потому что здесь еще и появляется жаба с пушкой. Поэтому возьмем этот отряд. Да, он тоже дорогой, ребят. Но здесь у нас есть очень много дальников. В отличие от того отряда. В том отряде не было дальников вообще. Не, БФГ-ха, правда, была, но... Для того, чтобы сделать ей удар, ей надо все равно, опять же, ребят, подойти плотничком, так скажем. Поэтому делаем паладина. И желательно баллисту бы побыстрее, ребят. Упс. Так, хорош. Нет. Вот он лютует, а, паразит. Моя, ребят, баллиста не дает просто никому ничего здесь сделать. Этого ползуна издалека просто на раз щелкает. Вот и доигрались, ребята. Я вызвал друидку. Сейчас она им тут устроит. А тотемы уже стоят. Готов. Красный тотем, ребята, он наносит урон. Поэтому возле замка, когда она его выставляет, это, считай, все. Гран-тайм. Так, ну здесь прибавляется воблер. В принципе, воблера очень хорошо контрит издалека. Он прям, ребята, идеально рассыпается. Потому что, чтобы ему выпустить его батаранги, это надо ему подойти, ну, на определенное расстояние. А у моей баллисты, поверь мне, на 100 раз... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Выбил щит. Так, срочно, срочно нам нужно... Ой, еще и это ползет гадость. Вот, сейчас пойдет, ребят. Все будет как надо. Главное призвать баллисту. И этого не понял. А что это сейчас было? У него что, такая офигенная сопротивляемость? Я просто делал притягивание, а ему пофиг, он как шел, так и шел, ребят. Ему по барабану было на это все. Вот это фокусы. Опять разбегается, ребят. Так, короче, призвал я друидку. Блин, у меня этот незащищенный. А что они? Все. Нет, не все, ребят. Вот опять же, ребят, опять же делаю я вам пример. И его не притягивает. Его притягивает, но он не так. Даже теряет здоровье не так сильно, как обычные мобы. Вот такая вот петруха получается. Красавица, друидочка, красавица. Так, ребят, следующий у нас поединок. Это предпоследний. Тут всего лишь прибавляется жаба с молотом. Она, конечно, будет посерьезнее, чем жаба с пушкой. Но я думаю, справимся. Так, если я, например... Нет, ну паладин-то понятно справится. Я хочу, наверное, вот так вот сделать, ребят. Нам главное, чтобы он в стан попадал. Нет, не надо. Видишь? Он если начал, ребята, делать супердат, то притягивание не отменяет ему его. Он все равно после этого отходит и начинает свой суперудар делать. Так, баллиста красава там. Двоих сразу издалека щелкает. Готов. Ну, две баллисты, это уже, ребят, смерть. Смерть любому там, по ходу дела. Так что... Нормально. Просто разнесли замок. Ну что, последний, по-моему, этап у нас сейчас будет. Последний этапчик. Это смотритель.
Кстати, этот отряд очень хороший. Если смотритель даже возьмет под контроль тотем, да и бог ты с ним. Главное, чтобы он друидку не взял. Главное, чтобы он не взял друидку. Так, я Палыча вызвал. Мне интересно, а у кого мощнее так, а у Палыча или... Ну, почти, ребята, одинаковые. Только, по-моему, паладин немножко быстрее и... Да, быстрее бьет. Паладин быстрее бьет, чем эта жаба с молотом. Сейчас хочу друидку вызвать. О, и он вызвал уже, ребят, смотрите ли. Еще вытворяет. Ох! Мне, друзья, не нравится, что у нас тут происходит. Есть. Куда это пошел-то? Если смотритель отдупился, то все, ребят, уже. То уже победа. Но мы с ним тут долго возюкались. Обычно мы намного быстрее уничтожаем. А тут аж прям вот никак было, а? До последнего сопротивлялся. Ну что, вот мы уже и пинаем ему его улей. Готово. Разбомбили? Что я тебе могу сказать? Забираем нашу награду. О, лорд пустоты. И у нас, ребята, нефритовая долина. С ниндзя, да? Начинается ниндзя и... И самурай. А, блин, а у меня только 250 есть, ребят. Ну, понятное дело. Ах ты, жук! Без истерики, да? Без истерики, ребят. Вот улитка еще, знаешь, чем хороша? Она, друзья, отталкивает. Ну, ползун отталкивает противника при столкновении. И это хорошо. Готов, бамбуча. Уничтожили, друзья мои. И смело переходим на второй этапчик. Что нас тут поджидает? Блин, я вот боюсь, что сейчас пойдет Ронин. Блин, как с этим Ронином встретишься? Все, настроение сразу на ноль падает. Либо Ронин, либо тигр. А если тигр и Ронин, вот вообще имба-имбище будет. Ну куда ты, храмовый пес, еще ползешь тут, а? Он же, ребят, может напугать. Он может напугать и оттолкнуть. Точнее, не оттолкнуть, а то, что мой воин пойдет назад. Я тоже вызову ниндзю. Я тоже вызову ниндзю. Так, заморозка, деньги. Давай заморозку. А заморозка, как всегда, она, ребята, выпадает, но как всегда не вовремя. Кто там визжит? Визжакает он. Прекрасно. Так, на третьем этапе давай смотреть, что у нас тут. Черепаха. Вот у этой черепахи, по моему мнению, ребят, по-моему, самая дальняя атака. Нет, самая дальняя атака, это знаешь кого? Робот с ракетой. Если, предположим, твой юнит будет стоять возле замка, а он возле своего, и он начнет целиться, то он обязательно достанет. То есть у него вообще он не ограничен в расстоянии, получается. Есть. Подбил я эту ханыгищу. Пускай постоит подумать над своим поведением. Ну, нет, джаггернаут нужен обязательно. Без джаггернаута здесь делать нечего. О, явилась. Вон она, ребят. Карга старая, блин.
Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вот это подстава сейчас была. Ты запарил уже, блин. Да. Слушай, что-то вообще фигово все идет, блядь. Да он заканебал, блин, а? Я урон получил, все, ребят. Короче, это вшивый самурай, ребята, виноват во всем. Я тебе сейчас объясню. Потому что он вставал в истерику, самурай. И я ничего не смог сделать с ним. То есть ниндзя сзади стояли, бомбили, пока мы просто с тобой уничтожали. Пытались уничтожить самурай, который плакал, блин. Заберите меня к маме. Вот и все. И вот эти две черепахи сейчас разошлись. Не на шутку, сейчас будут нас тут конфузить. Ну, посмотри, что они творят. Я еще сейчас по времени, ребята, сфейлюсь по ходу дела. Сколько их там? Да их там дофигища, ребят. Три. Все, по времени я тоже, ребят, сфейлился. Да. Ну вот, опять же, ребят, повторение. Мы пытаемся уничтожить самурая, а эта гадюка сзади бомбит. И что ты тут сделаешь? Да ничего. Я по всем параметрам почти слился, ребята. Почти по всем параметрам. То есть по урону и по времени. Что-то я не ожидал, что так получится. Что, у нас там квест какой-то, а? Ну давай я тогда сделаю. А что мне взять-то остается? Ну давай попробуем. Я на молотильщика, ребята, здесь рассчитываю. Ни больше, ни меньше. На его пилу. Иди ты знаешь куда. Кози в трещину. Тут бы ФГХ еще, конечно, неплохо бы. Могла бы подсобить, ребят. Ну-ка, корни. Да. Ну вот это как называется? У меня ничего не срабатывает, ребят. Вообще ничего. Опять я получил урон. Короче, ребят, я ускоряюсь. Это фигня полная. Что за дебилизм, блин, а? Этот нытик самурай просто достал меня. Молотильщик, когда надо было, ну все делал правильно. Сейчас не выпускает, ничего не делает вообще. Да кофиг мне эта победа. Она мне не дает нужного результата. Ай, блин, мне придется брать тогда топовый отряд, ребят. Ну а что еще остается делать? Ну, тут уж, поверь мне, уже никто не справится. Тут только скоростные отряды, а у него нет скоростных отрядов, так что... Погнали.
Просто тотальное уничтожение. Да, Ронин не соизволил, ребята, сделать разбежку. Черепаха выползла там. Правильно, так ей надо. Отчехвостили ее. Так, ну и что там у нас дальше, ребят? Давай еще разок возьмем тогда этот отряд. А на последнем бою придется нам, наверное, то... Чего? Ну-ка. Рони, давай. С удара, правильно, красава. Раз. Два. Он успевает, ребята, прикинь. Он успевает нам уничтожить Ронина. То есть самурая. Тут, само собой, тоже уничтожаем. Ниндзю нахлобучиваем. Да, тут уже все. Хана. Он бежит такой. А, сейчас звездану, но он не успел. Мы уже быстрее справились. Так, ребят, бог ветра. Тоже такой противный, а, со своим сдуванием этим. Он же еще когда сдувает, он наносит урон здоровью. И оглушает. Слушай, может быть, нам ведьму успеть позвать? Блин, если бы не пес этот храмовый, я, наверное, бы вызвал бы ведьму. И все, напугал. Ну вот, сейчас начнется, ребята, веселуха. Все благодаря отражению. У черепахи очень долгая перезарядка. А если я так вышел там, ойкать мне. А вот и доойкался. Размолотили. Просто взяли и размолотили их. Так, где наша награда? Сундук нефритки. Так, тигр, всадник и 12 тысяч монет. Ну что, друзья, территория роботов. Блин, с толкателя начинается. Толкатель плюс бомбер. Блин, на таком коротком маленьком пятачке, блин. Ну, джиггернаут пойдет первым, понятное дело. И, скорее всего, нам надо будет тогда вызывать еще ниндзю. Вообще не попал. Бомбер просто ни по кому не попал. Таки. Есть. Он только появился, мы уже замок взорвали ему. Как-то так. Поехали дальше. Так, ребят, второй этап. Здесь этот репульсор, да, появляется. Ну, репульсор ватный сам по себе. Единственное у него, что он может отталкивать. Он отталкивает наших бойцов и немножечко их оглушает там, на долю секунды. Но все равно тоже неприятно. Кстати, можно будет жнеца сейчас позвать сразу же. Не, нифига, жнеца не будем звать. Пока не будем. Вот, видишь, что вытворяет, ребят? А вот теперь жнец пойдет. Не успел жнец, немножечко, чуть-чуть не буквально. Это он ударил и на свою сторону вызвал когтистого. И когтист уже нам помог. Ать, кончилась энергия, ребята, кончилась энергия здесь. Ну-ка. Че, всего две энергии на топ-отряде?
Серьезно? Ну давай, попробуем. Черт, черт подери. Молодец, Робби, выручил. Твою налево, он одного за другим выпускает. Сейчас, нет, смотри-ка, я думал, сейчас выпустит эту циркуляру. Нифига подобного, ребят, не выпустил. Не надо тут векать. Давай, чумнуха, бомби. Есть. Просто он успел добежать, ребята, и сделать удар роковой. О-оу. Так, толкатель. Сейчас разберемся. Блин, щитобот. Репульсор. Нормально, ребят. Двоих просто снес. Просто двоих уничтожил. Давай, хлопни. Он хлопнул, но немножко не вовремя. Твою дивизию, блин. Прекрасно. Успели мы их там, ребят, порвать. Да вали ты нафиг, а. Щит сбили. Бабах. Зомби, зомби зашел и взорвался в замке. Поэтому такой урон колоссальный получил. Так, ребят, последний этап. Оооо. Термин 9000, ребят, я даже не знаю. Термин 9000. Но он даже друидка, ребята, здесь может нам не помочь. Потому что уж больно у него ярые там. Он и наземные цели, и воздушные уничтожает. Как ты такой себе. Единственное, что нам может помочь баллиста, она издалека бомбит. Если она его застанет. Тогда да, тогда возможно, ребята, что-то у нас и получится. Но опять же не забываем про молотильщика, ребята. И тотемы, он же и тотемы уничтожает, и все. А он уже вышел. Он уже вышел, друзья мои. Давай быстрее вот эту штуку. Пока он там оглушенный. Притягиваем. Смотрите. Он просто дотягивается, ребят. А, успевает, ребята, друидка моя отхилять моих бойцов. Слушай, это было хорошо, это было круто. Она успела отхилять, они получали урон, он доставал до них. А вот от этого уже не спасет никто. От этих циркулярок. Да. Но мы прошли босс-степ. И это самое главное. Так, один скарчик на ядерного робота получили. Вау, жнец. Ремонтный бот. И, ребята, 241 портал. Так, у нас есть вот энергия. Так, ну что, тут големчик, да, у него? У нас тоже есть голем. У нас тоже есть голем. Ой. Надо было БФГ-ху вызвать срочно, ребят. Да куда ты бьешь, а ты бей-то по нему-то. Пип.
Пипец просто, блин. Да я даже ничего не мог сделать. У меня нету против этих чумных ничего. Я думал, БФГХ будет бомбить. Она взяла, пошла дальше. Почему? Непонятно. Да, это некрасиво получилось как-то. Пока дойдет. Зато сюда расносит. Да, ну, по-моему, это, ребят, бесполезняк какой-то идет. Он меня просто затравит. Не выходит ни шиша. Он БФГХ уничтожает эту чумнуху на один удар, но почему-то она не выживает. Да, не выживает. Да не надо мне это следующее, я еще с этим не покончил, блин. И не покончу, ребята, по крайней мере в этой серии точно не покончу. Ну что ж, друзья мои, тогда на сегодня будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.